geldik. Serpil geliyoruz. Baba biz Serpil. Это пляж Шиле, где-то 30 километров от азиатской стороны. Мужики тусуются, отдыхают. Что-то они без сопровождения женского. Это, видимо, одинокие. Это отель. Если ты остаешься, вот тут бунгало, можно остановиться спать, наверное, с ночевкой. Ночь стоит 750, сутки отеля стоят 750 лир на человека. А если ты пользуешься пляжем, просто на день без ночевой приехал, вот здесь вот эти шезлонги занимай, какие хочешь, вот тут пляж, вот тут уже белые шезлонги, это городской пляж отдельно. Вот, ковбой отель называется он, вот уже раз третий, наверное. Это стоит 180 лир с человека. Дети до 9 лет бесплатно. Что еще? Ресторан здесь есть, конечно, заказывай еду, пожалуйста. Хоть. И здесь еще есть кемпинг. Вот я пыталась сначала снять, видите, вот здесь вот на машинах приезжают, палатки ставят, там еще домики идут. Тут кемпинг есть, тут очень большая территория. Вон машина припаркована. В общем, как ты хочешь, так и оставайся. Кемпинг сколько стоит, я не знаю. Я про номер спросила. Мы здесь, именно вот в этом отеле, третий раз. Мы очень часто так летом уезжаем на выходные, например. Пятница, суббота, воскресенье. Еще Стамбула у тебя нет. Ехать от азиатской стороны где-то 30 километров, ну 50. От нашего дома 60 у меня вышло сегодня. А здесь очень опасные бухты, потому что здесь высокие волны, очень сильное подводное течение. Очень много тут тонут, но очень красиво. Если мы вот так вот сейчас вот пляж, скажем так, отрежем, волны, чистота моря, сила волн и вот эти красивые горы, скалы, вот здесь они тоже, очень напоминает в Таиланде Самуи. Такой маленький кусочек. Это Черное море. Вот там по морю за 500 километров, и там будет Черное море. Также у нас тут, там с той стороны у нас идет Одесса. В общем, вот так. Здесь, вы видите, туристов нет, турки, но здесь одна была русская семья, я видела. Ну, у них папа турок тоже, как бы, знаете. Прям чисто туристов здесь никого, не только турки тусуются. Красивые горы, красота, очень красиво чирикают птички, но очень сильно ветрено, конечно. Здесь вот эти бухточки, они очень много создают вот это вот ветра. Сюда заходит ветер, и поэтому здесь очень такие большие волны. Это пляж Шиле, он в десятке лучших пляжей Турции. Ну, несколько лет назад, тут еще вот например, пляж, это как государственный платный, да, то есть ты тоже платишь какие-то деньги и остаешься там. И вот за каждой бухточкой, вон туда дальше, там есть пляжи различные. В среднем цена сейчас день, лежак, зонтик 200 лир на человека, дети бесплатно, как правило. Еда отдельно оплачиваешь, с собой свое приносить нельзя. Ну, как на этом пляже, я не знаю. Наверное, кто-то что-то свое приносит, я думаю так, не знаю. А вот со своими стульчиками, шезлонгами, пожалуйста, сам так отдыхай. Красивая дикая природа. Мне нравится тем, что здесь цивильно. Вот бассейн, пожалуйста. Детский лягушатник есть, там дочка плавает. Чисто. Сегодня классная погода тем, что не жарко. Видите, у неба очень затянутое. И это хорошо, ты не сгораешь.
Вот. Как мы летом обычно, меня спрашивают, куда-нибудь там ездить за границу? Как хочется, честно скажу, живя в Турции, ездить за границу сильно прям не хочется. Если за границу, то это Европа, это погулять, посмотреть культуру, историческое что-то. В плане природы, моря и все прочее, здесь есть все. Зимой здесь есть Картепе, это сноуборды, тоже недалеко от нас, 2,5 часа от дома ехать на машине. Летом это Мармарис. В Анталию мы не ездим, но в Мармарис мы любим ездить. Нам то нравится место. Бодрум, Мармарис, Фетхия, та сторона. Вот. И вот выходные. Мы отработали 4-5 дней с мужем рабочих полных. В пятницу приезжаем. Вот какие-то тут этих отелей по побережью, навалом вообще на всяких таких пляжах. Чуть-чуть за городом. В общем, мило, приятно, спокойно. Именно город не чувствуешь, что тебе реально хватает времени отдохнуть. Ну, это отель так себе, стрёмненький, я бы сказала, вот так. Еще мы ездим на Эгейское море очень часто, прям на границе с Грецией, ну, там сразу с пляжа Грецию видно. Там отели тоже примерно такой ценовой категории, до 1000 лир. Даже бывает, что 800 лир, например, на двоих ночью, на два человека, двухместный номер стандартный такой, такая цена. Еда отдельная. Иногда бывают завтраки, ну, мы обычно не едим в отелях завтраки в таких, потому что это не очень вкусно. В общем, короче, отдохнуть, расслабиться, забыть город, послушать природу, этого достаточно. Просто хотелось какой-нибудь вам влог снять, разнообразить что-то на канале. И подумаю, блин, ну что ж мы ездим, уже июнь прошел, а я вам еще ни разу ничего не сняла. Это очень удобно вот так жить, когда у тебя есть возле города, прям рядышком что-то курортное, и ты себя всегда здесь чувствуешь туристом. Вот, на следующие выходные, может быть, еще не знаю, посмотрю, поснимаю или нет, мы поедем на острова Принцевы. Я уж там была, что уже снимала, вам много раз там была. Просто тоже историческое посмотреть, там старая архитектура, постройки 19-18 века. Там, кстати, тоже на Принцевых островах, вот в Стамбуле, будет. Там клуб пляжа есть тоже за денежку, там 150-200 лир платишь, и там бассейн чистый тоже у моря, купаешься, все то же самое. Прям на океан похоже, да? Но это Черное море. Офигенные волны, конечно.